Я вам сейчас покажу очень простой и очень доступный прием под названием «железный живот». Нет, не слышно? Вот, чтобы такой был звук у вас. Крепкий, стойкий, говорит о том, что у вас живот, желудок железный. Используйте правило двух плечей и одного наконечника. Правило, которое позволяет вам укрепить в лучшем смысле ваш желудок. Если вы левша, вы начинаете с этого места, вот, зона перехода плеча в привязку большой грудной мышцы, вот, найти ее очень легко, вот она, это место. В течение 40-50 секунд массируйте это место по часовой стрелке по отношению к вашему телу. Если вы правша, начинаете на этом месте. Потом, как говорит моя любимая жена, меняетесь местами воздействия. И все это дело укрепляете воздействием на точку солярного блока или точку солнечного сплетения. Вот она располагается сразу под мечевидным отростком. Вот она сразу находится под мечевидным отростком. На нее мы воздействуем в течение 1,5-2 минут по часовой стрелке. Если у вас проблемы с желудком, если у вас проблемы с отрыжкой, если у вас проблемы с изжогой, которая долго не купируется, вот то прием двуплечья и наконечника является еще одним из приемов, который позволит укреплять, в смысле перевариваемости, желудок, укреплять его стенки, не способствует, способствует закреплению связочного аппарата желудка и пищевода, но и улучшает, оптимизирует кислотно-щелочное равновесие. Обязательно сделайте и обязательно нам напишите, какие состояния вы почувствовали после воздействия на плечи и наконечник солнечного сплетения. А мы в воскресенье прокомментируем ваши замечания. За 5-10 минут до привычного приема пищи, если вы чувствуете за собой беду слабого желудка, который вызывает у вас или поносы, или запоры, изжогу, отрыжку, ощущение кислого вкуса и так далее, так далее, так далее. Все, что в целом вызывает состояние дискомфорта в области вашего желудка. Обязательно сделайте и обязательно напишите. Мы ждем вас в 16 по Москве завтра на нашей онлайн-встрече. Обязательно приходите. Помните, пожалуйста, о том, что сила вашего здоровья – это крепость и состояние здоровья вашего желудка.